В отношении студентства есть довольно большая мемуарная библиотека и замечательные книги воспоминаний тех людей, которые прошли тюрьмы, лагеря, и среди них есть выдающиеся книги, например, как книжка Владимира Буковского «Возвращается ветер», замечательная литература, просто прекрасно написанная, «Воспоминания Сахарова». Есть замечательная, одна из лучших книг Солженицына, «Бодался теленок с дубом», описывающая опыт противостояния именно советской власти его как писателя. Есть «Мои показания» Анатолия Марченко, есть воспоминания Натана Щеранского или Юрия Даниэля. Почти все крупные, так сказать, советские диссиденты оставили мемуарные книги. И все они, на самом деле, могут быть с пользой прочтены и для понимания той эпохи играют огромную роль. Если видео показалось вам интересным, нажмите «Мне понравилось» и подписывайтесь на канал. Заходите на сайт в раздел «Я хочу поддержать проект, чтобы сделать пожертвование». If you find this video interesting, click like and subscribe. Visit our website, click support the project to make a donation.